помпезно всегда рождается что-то очень значимое и долгожданное. В последний день весны Депос запустил новую линию для производства и обрамления сварных решеток. Большой цех построили специально под нее. Производственная мощность порядка 1000 тонн продукции в месяц. Это продукт незаменимый. Он решает многие задачи. Я повторю, что это производство лестничных маршев, лестничных пешеходных переходов, можно наземных производства. Это большое потребление в нефтегазе, в нефтехимическом комплексе, газовой переработке. То есть где заводы по нефтепереработке, где обслуживающие площадки трубопроводов, там вентилей, там многих установок, везде существует этот настил используется. Вот. В понедельник площадку с одним из лучших в мире автоматизированных сварочных комплексов посетил Станислав Воскресенский. Построить новый цех в Новоталицах и приобрести оборудование стало возможно благодаря слаженной работе руководства предприятия и правительства области. Фонд развития промышленности предоставил два крупных займа – на 500 миллионов в 2018 году и на 210 миллионов в 2019. Мы вместе обратились в Фонд развития промышленности, Федеральный фонд развития промышленности, удалось добиться решения позитивного, были выделены средства Дипосу, и вот сегодня мы видим уже результат. Мы в прошлом году, по-моему, договорились, да? Уже было не так давно, время быстро летит. Вот сегодня результат, новые рабочие места, новая линия, больше выручка, больше налогов, надеюсь, бюджет Ивановской области. На аналогичной линии старого образца требовалось больше времени на переналадку и приходилось использовать больше сырья. Здесь уже двойная экономия. Кроме того, обрамление настила до появления нового оборудования делали вручную. Теперь обрамляющую полосу подает робот. Преимущество этой линии в том, что мы будем выпускать почти готовый продукт, только не оцинкованный еще. Эта линия сможет выпустить настил и дальнейший пункт ее обрамить настил, то бишь почти законченный продукт будет выходить. В большом цехе поместится еще не одна линия. Сюда же в скором времени приедет уже действующая. В планах покупка нового оборудования. Искусство производства требует современных решений. Настил – это опора. Опора – это базис, это фундамент. То есть настил – это уверенное движение вперед, где можно уверенно поставить свою поступь и идти в свое будущее. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.